Моє вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії ми відверто говоримо з правозахисником, лідером команди Євгенія Мураєва «Наші» на Сумщині Олександром Соколовим. Вітаю вас, пане Олександре. І тема сьогоднішньої розмови, знаєте так, про наболіли. Ну, завжди ми говоримо на такі теми. За останній тиждень з'явилися сотні звернень, дзвінків від сумчан, які побачили нові платіжки за газ. Суми там від 2-3 сотень до декількох тисяч гривень боргу, які вони нібито завинили постачальникам, так, газовикам, за 2016 і 2018 роки. От, пане Олександре, ваша команда декілька років відстоює інтереси сумчан у так званих тарифних війнах. Ну, здається, що з'явився новий фронт. Да. Не говоріть. Да, дораховані борги на газ. А невже гаманці сумчан знову навантажать додатковими виплатами? Що це? Знаете, я думал, хотя бы перед Новым годом дадут время подготовиться, подарки купить. Но тут что ни день, то и новости какие-то. Очередное оборудование, очередная манипуляция. Не знаю, как это назвать, как угодно можно называть. Но основной вопрос заключается в том, если эту сумму не нужно платить, то зачем ее указывают в квитанциях? Этот вопрос я адресовал вот недавно представителям суммы газа. Говорю, зачем вы ее указываете? Ответа нет. Да, это мы так просто информативно указали для людей, что для людей, зачем для людей. Или сумма касается человека, он должен ее оплачивать. Если не касается, зачем ее вообще путать? Ну, эту сумму нібито нараховывают людям, у которых не ведется облик спожитого газа. Да, да. То есть ситуация выглядит следующим образом. 9 августа 2018 года Киевский апелляционный административный суд вынес постановление, по которому признал незаконным постановление Кабинета министров от 2016 года, согласно которого устанавливались низкие нормы потребления газа. Это те нормы, по которым мы жили последние вот 2,5 года. А именно, вот 3,3 куба при наличии газовой плиты и центрального водоснабжения, 5,4 куба на человека при наличии газовой плиты без центрального водоснабжения, да, и плита газовая с колонкой 10,5 кубов. То есть, в принципе, эти нормы всех устраивали. Но суд посчитал, что постановление Кабинета министров, а это постановление принималось правительством Яценюка, является незаконным. И тут очень важный факт. Суд признал постановление незаконным не потому, что эти нормы, которые я озвучил, являются каким-то образом необоснованные, а потому что правительство Яценюка нарушило процедуру принятия этого постановления. Есть такое понятие в юриспруденции, как регуляторный акт. Регуляторный акт принимается в пределах там, одного месяца. То есть в этих пределах орган государственный обязан опубликовать, собрать различные пропозиции, зауважения, но этого сделано не было. И это является формальным основанием для отмены постановления, с чем суд и воспользовался. Но правительство Гройсмана, вместо того, чтобы на сегодняшний день пройти по новой эту самую процедуру и принять эти же самые нормы, которые всех устраивают, идет другим путем. Оно делает все по процедуре, но нормы устанавливает намного выше, чем они должны быть. То есть, допустим, вот сейчас на рассмотрении Кабмина, я думаю, возможно, даже перед Новым годом это постановление уже будет принято, на отопительный сезон хотят ввести норму на человека 8,8 кубов при наличии газовой плиты и горячего водоснабжения. Это в жовтні, в березні, так? На зимовый период. Да. 13,7 кубов при отсутствии водоснабжения горячего и при наличии газовой плиты и колонки 25 кубов. Вот, то есть во много раз выше, чем те, которые были. В связи с тем, что я еще хочу добавить, в связи с тем, что постановление на сегодняшний день отменено, ввелись нормы старые 96-го года. Согласно этих норм, они возросли где-то в 3 раза от тех, которые отменили. Вот такая ситуация. А така важлива деталь. Да, ми говоримо рішення постанова Кабміну чи рішення суду. Та, тобто старі завищені норми діють з 16-го року,
коли була постанова Кабміна, чи з серпня 18-го, коли вступило в силу рішення суду. Тут такий момент, тому що борг, який прописують у квитанціях, 2016-18. Тарифи 96-го року, которые вот завышены в три раза от тех, которые отменил суд, вступают в силу с момента вступления в силу решения суда. Тобто з 18-го року? Да. То есть если решение суда апелляции вступило в силу 9 августа 2018 года, то начиная с этой даты газовики имеют право использовать эти старые нормы 96-го года. Я щось злегка не зрозуміла. От що відбувається? Ви говорите, що зараз є постанова, яка готується, так, у Кабміні, яка буде прийнята. Все ж таки, нові цифри в платіжках є, а влада погрожує газовикам. Нібито, от що ж ви робите людям таке? От, проблема існує, а хто кому допомагає, хто кому грає? Я думаю, що в даному случаї як газовики, так і власті, вони грають свою роль в цьому всьому театральному представленні. Газовики якобы вот пугают людей, что у вас есть долг с 2016 года по 2018 год, и вам якобы нужно его оплатить. В свою очередь выступает Гройсман, тут народные депутаты от Сумщины ожили, начинают рассказывать, что мы не дадим, значит, как-то обижать наших людей, мы сделаем все возможное, сейчас нагоним проверок, мы сейчас напишем кучу заявлений правоохранительные органы. Я вам, как юрист, говорю, что толку от этих заявлений никаких не будет, потому что в данном случае состава преступления со стороны газовиков с точки зрения Уголовного кодекса нету. Потому что если вы откроете эти платежки и перевернете обратной стороной, там, где они описывают эту сумму долга, они не говорят, что эта сумма долга к оплате. Они вот так обыгрывают красиво словами, что вроде бы как эта сумма убытков причиненная, и мы будем по вашему лицевому счету иметь в виду, что такая сумма убытков была причинена нам, но они не говорят, что вы обязаны заплатить эту сумму. Это ключевое слово. То есть тут даже мошенничества никакого нету. Вот. А то, что Гройсман там будет выступать, народный депутат, это все театральное представление. Это называется видимость работы. Если они так заботятся о людях, я повторюсь еще раз, зачем они публикуют сейчас постановление Кабинета министров, которое примут в ближайшие дни, тоже с завышенными нормами? Они вернут старые нормы, которые всех устраивали. То есть это отвлекает просто внимание людей. Пока с другой рукой залазят к ним в карман и воруют деньги. В платіжках прописані роки, прописані просто 2016-2018. Як людині дізнатися, за який період нарахований нібито цей борг? Чи потрібно про це дізнаватися, чи просто не звертати увагу на ці суми? Безусловно, потрібно приходити в суми ГАЗ. І я советую приходити і спрашивати не в усній формі, а письменно обращатися, щоб у вас було определенне доказательство на случай чого, да, де буде розписано, откуда цей долг, якщо такий существує, взявся, за какой период и на основании чего. И вообще нужно взять себе за правило, сумчанам, когда вы приходите, общаетесь с любым чиновником, и он вам говорит, что это не положено, или это сделано вот так, попросить, рассчитано. Написали. Написали, а лучше вообще сказали, на основании какого постановления и какого пункта что-то делается. Потому что очень часто приходят к нам люди, говорят, да вот нам насчитали. Мы открываем, ну, какое-то голое число, понимаете, мы же тоже не можем читать мысли того чиновника, или газовика, который там расчет делает. Нам нужно понимать, от какого постановления отталкиваться. То есть и людям нужно понимать, и вникать в эти вопросы. Как раз газовики и чиновники пользуются, ну, назовем это, да, юридической неграмотностью людей, для того, чтобы их обворовывать. Вот в этом все и заключается. От бачите, як все одно, людина звикла, наші там добросовісні сумчани, здебільшого пенсіонери, вони звикли, що вони мають заплатити за комунальні послуги. Якщо не звертати увагу, там, наприклад, на цю суму, або дізнатися, не дізнатися, якщо людина просто не буде сплачувати суму в платіжці, або там обов'язкову її частку, ви ж самі знаєте, вона може лишитися без субсидії. Да. Тобто, яку частину платити людям? Это реально спожитый газ, чи, ну, как за это рассчитывать? Конкретно вот эту сумму, которую они выставляют на обратной стороне платежки за период 16 по 18 год, платить не нужно. И субсидии вас не лишат. Это если эта сумма касается вот как раз якобы причиненного ущерба суммы ГАЗ вследствие того, что правительство Яценюка приняло незаконное постановление. То есть сплачивать за реально спожитый газ в кубометрах, да? Помножать на его вартість на сегодняшний день. Более того, вот возникает вопрос, а кто будет погашать
и возмещать ущерб, причиненный газовикам вследствие принятия правительства Яценюка незаконного постановления. Безусловно, в данном случае должно возмещать правительство, государство, непосредственно тот орган, который принял незаконное постановление. Для этого газовики, если считают, что им причинен ущерб, обязаны по закону завернутися до суду. Да, обратиться в суд, доказать определенную сумму убытков и взыщут им с очень большой вероятностью, я бы сказал, 99%. Но опять же, не нужно, знаете, себя отделять от государства. Мы с вами и есть этим самым государством, мы с вами являемся теми самыми налогоплательщиками, которые наполняют казну. И представьте себе, по мнению специалистов, вследствие принятия правительства Яценюка этого незаконного постановления, приблизительный ущерб всем облгазам причинен в размере практически почти 10 миллиардов гривен. Просто вдумайтесь в эту сумму. Сколько можно было дорог сделать? Сколько можно было купить медицинского оборудования? Решите социальные какие-то вопросы. А что нам обычно отвечают чиновники? Денег нет. Так, конечно, они не возьмутся. Вот в этом как раз и заключается, почему нужно выбирать во власть думающих людей, а не горлопанов. Потому что есть очень хорошая поговорка народная. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Вот это как раз применимо к этой ситуации. Виходячи з вашої промови, ми так розуміємо, що влада грає на руку монополістам. Повернемося до нашого газового питання. Посадовці не залишають людям іншого вибору, як встановлювати лічильники, приміром. Так? Але люди не хочуть, бо вони хочуть індивідуальний прилад обліку, а безкоштовно їм пропонують лише загальнобудинковий. Тобто або розраховуйтесь самі, або платіть державі. Счетчик, согласно закону, облгази могут установить до 2021 года. То есть вот нет такой четкости, что они должны по такому-то адресу установить до завтрашнего дня. Они вам скажут, у нас есть еще запас времени до 2021 года, хотим хоть за последний год будем устанавливать всем. Для того правительство сейчас и устанавливает как раз высокие нормы, чтобы вынудить людей за свой счет поставить счетчик. Потому что все мы понимаем, по тем высоким нормам люди не в состоянии будут платить. И они переплатят. Легче поставить счетчик индивидуальный. Вот мы вчера ходили в Сумыгаз с людьми, общались на первом этаже. Люди говорят, те, кто уже поставил счетчик, потребление не превышает даже 3 кубов. И людям предлагают сейчас платить по 8,8, 9,8. То есть в разы. Вот пока такая ситуация. Ну, к сожалению, повлиять на эту ситуацию можно исключительно, имея властные полномочия. Вот как раз народным депутатам нужно не писать бессмысленные обращения о правоохранительные органы, которые максимум, что сделают, это просто зарегистрируют и возбудят уголовное дело. Но здесь нету состава, результата никакого не будет. Им нужно менять законодательство и напрягать этих газовиков, ставить эти счетчики, разрабатывать там определенные планы по установке, чтобы все понимали, до какого числа, когда это все будет установлено. Пане Олександре, давайте підсумуємо. Тобто ми сьогодні анонсували і говорили на початку ефіру, що ми сьогодні говоримо про нагальну проблему, про проблему нарахування нібито боргу людям. Підсумовуємо. Платити борг. Да, насчитанный за 2016-2018 год не нужно. На сегодняшний день пока что действуют нормы потребления газа на уровне 96 года, а именно 9,8 кубов, 18,3, 23,6. Дізнатися краще про за який період нарахований, так? Да, и еще часто задаваемый вопрос. Это касаемо льготчиков и субсидиантов. Дело в том, что нормы потребления газа на сегодняшний день увеличились, к примеру, 9,8 кубов, а нормы социальные, куда входят льготы и субсидии, как были на уровне 3,3, так и они и остались. Соответственно, если у вас есть льгота или субсидия, то будут отталкиваться от нормы не 9,8, а от нормы 3,3. То есть субсидия на 3,3 будет насчитываться, и, соответственно, если у вас есть льгота там, на 50% или 75% на оплату газа, то будут считать от нормы 3,3 эти 75%. А все остальное это возлагается на людей. Тобто на сегодняшний день залишається одне питання. Людям чекати
Чи робити якісь висновки? Поки що, да, тільки робити виводи. І виводи робити правильні. Следующий год, поверьте мне, это переломный момент в судьбе нашей страны. Или же во власть проходят новые люди, молодые люди, амбициозные, способные, грамотные. Или снова возвращается вся эта старая камарилья, которая 27 лет сидит и грабит людей. И судя по тем соцопросам, конечно, не всем можно верить, но есть более-менее объективные. Картина, честно говоря, ужасающая. То есть 27 лет сидят политики во власти, ничего не сделали, и люди за них голосуют. Даже на примере СУМ многие говорят, нужно молодежь, да, мы будем только за молодежь. Приходят выборы, говорят, да как же за молодежь можно голосовать? Да их там затопчут, унизят. Ну нельзя так рассуждать, понимаете? Ну времени нет, у нас запас прочности исчерпан. Это должны все понимать. Все, что вот мы делали на протяжении 27 лет, это просто ждали, что может что-то измениться. Мы не развивались никуда. Все заводы закрываются, все специалисты уезжают. Где мы возьмем новых специалистов? Сколько времени потребуется для того, чтобы их воспитать, да, дать какой-то опыт и построить аналогичный даже завод тому же Фрунзе? Это просто на сегодняшний день кусок металла, да, мозги уезжают. І всі повинні це розуміти. А ми вам дякуємо за відверті відповіді, за розмову. А нашим глядачам нагадаємо, що в студії телеканалу АТВ був правозахисник, лідер команди Євгенія Мураєва «Наші» на Сумщині Олександр Соколов. На сьогодні все. Лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.